Всем привет, с вами Саша Криницкая, и я хочу поделиться с вами впечатлениями о бутылочке My Bottle. Вот, наконец-то, и у меня появилась такая бутылочка, вы наверняка уже видели ее в Инстаграме, просто не могли не видеть. Она продавалась в таком вот красивом чехольчике из мешковины, очень качественный, классный. Я пользуюсь ею уже недельку, и на ней появились первые царапинки. Так что я поняла, что чехольчик продавался с ней не зря. Я видела в продаже варианты без чехольчика. Советую покупать именно в чехле. В комплекте с бутылочкой даже есть инструкция, вот такая стильненькая. Правда, на китайском, но я все поняла. Да, я сейчас сижу в травке, я знаю, что это дурной тон снимать свои влоги в травке. Но, во-первых, я еще начинающий блогер, мне можно. А во-вторых, эта бутылочка скорее походная, а не домашний вариант, поэтому я хотела передать ее в ее естественной среде обитания. Смотрите, главная фишка, вот. Тут, короче, есть такой ограничитель. Вы всякую фигню туда забрасываете, а назад, ну, в общем, не подавитесь. И даже есть две дырочки, здесь вы пьете, тут проходит воздух, чтобы удобно было пить. В ней можно носить йогурты, смузи, молочные коктейли, просто водичку с разными фруктами, с лимончиком, со льдом. А, кстати, лед барахтается, это же пластик, и немножко постукивает, если вы едете на велосипеде, в спортзал. Но не критично абсолютно, тем более чехольчик сдерживает этот звук. Сегодня я себе сделала вот такой клубничный мохито. Видите лед? А он есть, просто он растаял.